ускоряйтесь на виражах. Не замедляйтесь. Сейчас. Рокко. Это еще кто? Что делать будешь? Помолчи. Алло. Это красавчик, который только что заезжал за такси. Нет, извини, не знаю таких. Бросил трубку. Она вот такая. Набери снова. Что? Набирай. Это Сильвена с полицией. Угу. Я тут на треке, хочу проучить двух красивых итальянок. Ты мне поможешь? Я поняла. Переключи режим двигателя на спортивный. Нет, нет, не надо переключать на спортивный, не надо! И так быстро едем! Я с тобой, не волнуйся! Не надо! Подними давление до 1,3. Распределение тормозных сил 65 впереди, 35 назад. И жми на правую педаль. С этим я справлюсь. Дело. Мы умрем. Мы все умрем. Она с характером. Погнали. Газу! Итальяночки резвые лошадки, но наездники должны быть посмелее. Ты не в курсе, что тут закрытая трасса? Чего надо? В прошлый раз с трамваем вы меня огорчили. Захотелось расквитаться с вами. Не знал, что тут школа для начинающих. Кстати, мы тут поспорили. Красная тачка красавица, но что вы с ней сделали? Засунули движок от Фиата? Да нет, он взял у жены покататься. Точно. Мужик, тебе нужна тачка посерьезней, такая же, как твоя физиономия. Рокко. Слишком ты дерзкий. Но гоняешь хорошо. У меня завтра вечеринка. Если не собираешься всю жизнь таксовать, приходи. Познакомлюсь с людьми. Заскочу, если будет заказ. На самом деле, все таксисты хорошие гонщики. По сравнению с клиентами, таксисты гоняют получше немного. А этот не придет. Вот так. Почему? Почему это он не придет? Почему это? Нет? Он придет!